Дарья Ивановна, полковник заболел. Вы бы посмотрели его. Пусть Маруся его посмотрит. Во-первых, Маруся ветеринар. Во-вторых, она уже ушла в клинику. Ничего. Дегтярев не сильно отличается от бегемота. Симулянт несчастный. Да нет, он вправду какой-то больной. Даже на работу сегодня не пошел. Хорошо. Сейчас загляну к нему. Тут у Дегтярева спрятан сейф. Правда, об этом все знают. Что с тобой случилось? Мне плохо. Я заболел. Постарайся описать симптомы. Мне мерзко. Дай лекарства. Сначала надо определить, что у тебя болит, а уже потом глотать пилюли. Да у меня все болит. Так не бывает, все одновременно болеть не может. Давай постараемся определить причину. У тебя температура? Насморк? Горло болит? Голова? Живот? Ты не права. Если человек попал под поезд, у него все болит. Но это не твой случай. Ты вчера ел паштет. Ну, ел. Очень, между прочим, вкусный, похожий из морепродуктов. А что, мне уже и поесть нельзя в этом доме? Вот. Твой организм дал на паштет отрицательную реакцию. Надо принять супрастин и забыть о паштете. Сейчас дам тебе таблетки. Посмотри в шкафу, там в аптечке непременно что-нибудь найдется. Вот черт, кто-то зеленку разлил. А Дегтярев ведь меня в этом обвинит. А вот и пленка для снятия отпечатков пальцев с ровных поверхностей. Дегтярев ею пыль со своей статуэтки протирает. Но я найду ей лучшее применение. Возьму одну отсюда. Возьму одну отсюда. Возьму одну отсюда. Возьму одну отсюда. Супрастин. Как раз от аллергии. Таблетки по 0,25 грамма. Только как их найти в таком бардаке? Сюда можно что-нибудь положить. Посмотрим, какая из них тяжелее. Эти таблетки весят одинаково. Посмотрим, какая из них тяжелее. 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 Детка, стало быть, и есть супрастин. На, держи таблетку и спи.
Тебе сейчас спать надо. Хорошо, только протри статуэтку. Всю зеленкой заляпали. Там на полке пленка для снятия отпечатков лежит. Она хорошо пыль и грязь всякую собирает. Ладно, протру, только не волнуйся. Я даже не знаю, есть ли тут отпечатки, и тем более, чьи они. Я даже не знаю... Привет, Даш, ты что-то поздно. А где Миша и Настя? Они не дождались тебя и поехали в клинику сами. И, в общем-то, зря. Настя не дочь Михаила. На, почитай. Боже мой, надо срочно рассказать всё Мише. И кого, как ты думаешь, он выгонит из дома? Свою обожаемую Настеньку? Или, может быть, тебя? Даш, я, наверное, или с собой, или с этой самозванкой что-нибудь сделаю. Если, конечно, девчонка не прикончит меня раньше. У меня просто крыша едет. Ничего. Сейчас выпьем чаю, и ты сразу успокоишься. Нет, Даш. Лучше принеси валерьянки с кухни. Она там в шкафчике стоит, в фигурном флаконе. Ого. То ли у Татьяны так руки трясутся, что все из них валится... То ли это постарался кто-то другой. Аптечка пуста. Кто-то вытряхнул все ее содержимое. Это что, эрзац стирка? Не похоже на Таню. Ага, вот мы и разоблачили преступника, осуществившего кражу со взломом и акт вандализма в раковине. Вор найден, и имущество возвращено настоящему владельцу. Только пузырек что-то не открывается. Какие... Не открывается? Погрей горлышко на огне, оно расширится и пробка выйдет. Я так с духами обычно делаю. Забавная вещица. И, судя по всему, очень дорогая. Наверное, чей-то подарок. Что, Бублик, валерьянку почуял? Ну что, толстячок, хочется валерьяночки? Спасибо, так лучше. Знаешь, Дашут, я хотела тебе кое-что рассказать.
Помнишь, ты спрашивала, почему я так уверена, что Настя умерла? Помню. Ты что-то про цыганку говорила. Про цыганку я соврала, извини. Ты все-таки с милиционером живешь, вот испугалась, что проболтаешься. А теперь я тебе верю. Неприятно, зато честно. Рассказывай. Когда с Настей случилось несчастье, первое время следователь частенько звонил нам, мол, есть труп. Девочка подходит по возрасту, приезжайте. Это, наверное, был кошмар. Первый раз мы поехали в морг вместе. Там нам показали девочку без лица, вместо него была кровавая каша. Синяки по всему телу, волосы валялись отдельно, как мочалка. По ним и определили, что это не Настя. Врагу не пожелаешь. У Миши тогда сердечный приступ случился, и больше он в морг не ездил. Придумал себе сказку, что Настя жива, и сам же в нее поверил. И ты ездила на опознание одна? Я бы так не смогла. Примерно через год меня в очередной раз вызвали в морг. Там была Настя. Что с ней случилось? Ее изнасиловали. Держали в подвале на цепи. Били, морили голодом, сделали наркоманкой и проституткой в борделе для педофилов. Она умерла от передозировки, так следователь говорил. Миша, я ничего не сказала. Он бы просто не пережил правды. А как же тело? Как ты скрыла от мужа похороны? Я не стала забирать тело из морга. Опознала и все. Ее, наверное, похоронили на каком-нибудь государственном кладбище, где бездомных хоронят. И ты ничего не сказала Мише? Нет, он бы этого не пережил. Но пускать эту самозванку в дом я тоже не собираюсь. Так своди его на могилу дочери. Пусть убедится. Где теперь искать эту могилу? Господи, что же делать? Не беспокойся, я разыщу Настину могилу, и мы ее разоблачим. Могилу ты будешь год искать, а нам нужны какие-то неопровержимые улики, и чем раньше, тем лучше. Неопровержимые доказательства – это кровь под ногтями или отпечатки пальцев на орудии убийства. А у нас ни орудия, ни убийства. Тань, слушай, а у маленькой Насти отпечатки пальцев никогда не брали? А это идея. Возьми у самозванки отпечатки и пробей их через своего полковника. Это же аферистка. Вдруг в милиции на нее что-нибудь есть. Вот тебе ключ от ее комнаты. А я пойду прилягу, от валерьянки вечно сонливость нападает. Вот это да! Не комната, а помесь детской со складом и пагодой. Фу. Похоже, Миша решил подарить Насте все то, что должен был бы подарить отец дочери на протяжении 10 лет. Причем он явно не всегда отдает себе отчет, что ей уже не 11 лет. Ого! А девочка-то вооружена! Таньку, небось, удар хватил, когда она эти ножички увидала. Фу. Хорошая марка. Хм. Михаил знает, что нужно дарить женщинам. Ширма – необходимейшая вещь в женском обиходе. За ней удобно переодеваться и прятать любовников. Эй, Танька, мы дома! Танечка, мы вернулись! Она что ли? Ладно, пусти. Сейчас я шкатулку поставлю и к бабушке поедем. Хорошо. Я в прихожей подожду. Похоже, я попалась. Нужно срочно куда-нибудь спрятаться. Привет, сестренка. Да, сделали. Доктор сказал, что анализ только через 3 месяца сделать можно будет. У Миши какая-то фракция в крови. Нет, с ним все нормально.
Просто на диете надо посидеть. Бабка там как? Не подохла еще? Смотри, она нам еще может пригодиться. Настена, ну где ты там? Уже иду! Ну ладно, пока. Мне бежать надо. Миша ждет. Ширма? Настя только что держала эту шкатулку в руках. Тут точно есть отпечатки ее пальцев. Привет, Даша. Твои протеже у меня уже были. Как договорились, я их вежливо отшил. Отлично. Как будут готовы результаты анализов, звони. А, да, у меня к тебе еще вот какой вопрос. Есть отпечатки пальцев, но я не знаю, что с ними делать. Святая простота. Сличать, конечно. Что же еще? Ясно, что сличать. А как? Берешь увеличительное стекло и смотришь, совпадают ли линии. Если совпадают, клиент твой. Отлично. А у тебя такого стекла нет? Лупы-то? Ох, Даша, только для тебя. Возьми в лаборантской на полке. Интересно, что в этой реторте? Надеюсь, эти испарения не ядовиты. Мылибог сказал, что линза лежит здесь. Мне сейчас это не нужно. Вот ведь, как всегда. Как ее теперь достать оттуда? Этой крышечкой можно закрыть колбу. Поплавок. Таким уровень жидкости в колбе отмечают. Интересно, что в этой реторте? Реагент. Я не сильна в химии, но тут написано, что в кислых средах он вызывает кипение и кратковременное увеличение объема. Это поможет достать линзу. Теперь можно эту колбу перевернуть. Теперь можно эту колбу перевернуть. Ну, наконец-то я ее достала. Отпечатки пальцев нужно сличать. И не более. Thank you.
Спасибо тебе, Дашута. Как видишь, мне полегчало. Я рада, что ты поправился. А ты не мог бы мне кое в чем помочь? Конечно, в чем проблема? Мне нужно узнать, где 20 лет назад хоронили бесхозные трупы из морга судмедэкспертизы. Опять не своим делом занимаешься. А ну говори, зачем тебе это? Одна моя знакомая ищет могилу дочери. Передай своей знакомой, что я не прочь с ней переговорить. Обязательно передам. Хорошо. Подожди тут минуту, я пойду посмотрю адрес кладбища. У меня где-то был записан. Алло, Александр Михайлович? Это Свиридов вас беспокоит. Игорек, чего новенького? Да мы тут пробили номер телефона, с которого звонили Килькиной, как он просил. А мне ты, конечно, не доверишь передать эту архиважную информацию. Ладно, записывай. Телефон номер 492-32-32. Зарегистрирован на некого Богдана Ламейко по адресу... Нашел. Вот адрес. Спасибо. Тебе тут Свиридов звонил, просил перезвонить. Свои. Кому свои, а кому эти вандалы да хулиганы? Что это ты меня вандалом ругаешь? Может, мне на кладбище по делу надо? Да какое ж дело может быть на кладбище в такой мороз? Не твое это дело. А ну, открывай. Не положено закрыть кладбище. А как же теперь родным могилам поклониться? За надгробиями поухаживать? Нету здешних покойников родных. Один я за могилами слежу. Может, все-таки пустишь? Я ненадолго. Могилку одну надо найти. Девочку тут 10 лет назад похоронили. Вот непонятливый вы народ, бабы. Говорю же, не положено. А с чего это ты строгий такой? А мне по чину положено. И что же у тебя за чин? Сторож я. Видишь, у меня и ружье имеется. С каких-то пор на кладбище сторожей с ружьями ставить начали. В связи с хулиганскими и вандалистскими действиями группы неизвестных. Вот так вот. Это какими такими действиями? Ты что, бабенька, вроде образованный, а телевизор не смотришь, газет не читаешь. На той неделе забрала сюда молодежь какая-то, да половину памятников порушила. А, и не лень им зимой по кладбищам таскаться, а я теперь мерзну из-за них. А ты куда смотрел? Спал, небось? А что я? Я тогда просто смотрителем был, за могилками присматривал. А вчера приехали из Москвы, вот ружье дали. Будешь сторожем, говорят, никого не пускай до особого распоряжения. Я тут всю ночь простоял, задубел весь. Пропусти. Мне на кладбище по делу надо. Ну, говорю ж тебе, не положено. Да что ж ты за человек такой? Исполнительный. Иди отседова, закрыто кладбище. Не пущу, даже не упрашивай. Иди отседова, закрыто кладбище. Не пущу, даже не упрашивай. А мне-то это зачем? Я не затем ехала сюда почти час, чтобы уехать, так ничего и не узнав. Иди отседова, закрыто кладбище. А мне-то это зачем? Не,
мне денег не надо. Лучше бы ты мне водочки принесла. Согреться чуть-чуть. Глядишь, и пропустил бы. Хорошо, сейчас привезу. Какой-то странный тип. Может, сумасшедший? Бутфуд. Кафе быстрого питания из серии «Я враг своему желудку». Сюда в основном заходят работники соседних офисов. В этих бачках только бомжи ковыряются. Я туда ни за что не полезу. По случаю мороза фуршеты, видимо, отменили. Ушот. Интересно, что это значит? У Никифоровны. Пристанище местных маргиналов. Здесь всегда можно купить и выпить паленой водки с разбавленным пивом. Эй! Есть тут кто? Эй! Есть кто живой? Что кричишь? Не видишь, русским написано «ушот». И где ж ты в русском языке такое слово нашел? Наехали тут. Читать русские не умеют. Иди отсюда, чурхни русская. Водки бутылку. За Кирита хозяина нет, продавщицы нет, Никито нет. А ты кто? Я повар. Плов готовить, бишбармак, шаурма. Тогда ты мне водку продай. Закирита, я повар. Я плов готовить, я не продавщица. Знаю я твой плов. Вон, ни одной собаки бездомной в округе не осталось. А когда продавец придет? Вечер придет, вечер приходи. Плов кушать, вино пить, веселиться. А сейчас уж... Делать мне нечего, как только вечера ждать. Ну что опять хиричишь? Не видишь, русским же написано «учет». Я тебе покажу учет. А ну, открывай. Ветеринарная инспекция. Сейчас посмотрим, из кого ты там плов готовишь. Не надо, инспекция, не надо. Забирай свою водку, ветеринара. Только не надо, инспекция. Татьяна? Что она здесь делает? И что за странный субъект вместе с ней? Нужно это выяснить. И не смей никого тянуть за собой. Хотя бы уйди красиво. Бармен! Бармен! Черт! Из этого бокала пила Татьяна. Этот выход сделан для удобства сотрудников офисов, расположенных в этом здании. Так им, чтобы попасть в кафе, не нужно выходить на улицу.
Из этого бокала пил тот неизвестный мужчина. Назовем его некто. Нужно положить все на место. Не хватало еще, чтобы меня обвинили в краже посуды. Произошло, и я должна это выяснить. Господи, Танюша! Какой кошмар! Пульса нет. Срочно нужна скорая. Не в моих правилах копаться в мусоре. Но что-то эта сумка мне кажется подозрительно знакомой. Так, что тут у нас? Спортивная сумка. Интересно, что внутри? Шапка какая-то приметная. Наверное, чтобы отвлечь от лица. Борода накладная. Что за цирк? Плащ китайский. В моей смерти, прошу никого не винить, ухожу из жизни осознанно. Все, что про меня расскажут, неправда. Прощайте. Алло, скорая! Срочно пришлите машину к кафе «Бутфуд». Женщина выпала из окна третьего этажа. Срочно нужна помощь! Прощай, Танюш. Мне будет очень не хватать тебя. Вот спасибо. Вот сразу видно хорошего человека. А ты меня вандалом называл. Ну что, пустишь меня? Не только пущу, но все покажу и расскажу. Я ж тут 20 лет смотрителем отработал. Каждую могилку знаю. А сама ты заблудишься. Кладбище-то огромное. Мне нужна могила девочки Насти Медведевой. Ее 9 лет назад тут похоронили. Не помню такой. Не было. У меня память уж крепкая. Фельдшер наш говорит, это финальная. Феноменальная? Ну уж какая есть, такая есть. И ты всех, кого тут за 20 лет похоронили, помнишь? Их же тут чуть ли не грузовиками каждый день сгружают. Ага, опознанных всех помню даже по именам. Остальных в лицо только. Точно. Мне очень важно знать. Попробуй вспомнить. Вот ее фото. Точно не было такой. Уж лицо-то я точно бы запомнил. Я вот что еще спросить хотела. Чего тебе, дочка? Я ищу могилу Анатолия Илюшина. Его 20 лет назад убили. И этого помню. Пойдем, провожу. Вот тут и покоится прах настоящего отца Насти. Боюсь, что через 20 лет эксгумировать тело для анализа бессмысленно.
Видишь, что вандал-то сотворили? А я все на воротах стою, даже куски вместе собрать времени нет. Так я помогу. Можно, конечно, и так, но это не мой метод. Можно, конечно. Богдан Ламейко? Но если он давно умер, то кто же продолжает звонить с его телефона? Этого тоже помню. Хоронили его лет 10 назад. Потом через год мать его приезжала. Памятник вот этот поставила. А от чего он умер? Убили, стало быть. От чего ж у нас люди мрут? Да, только жизнь приличную женщину занести может. Вот уж не думала, что попаду сегодня в такой бомжатник. И куда? И чего не видно, хоть глаз выколи. Нет, здесь без фонаря явно делать нечего. Что-то в этом интерьере мне кажется явно лишним. Похоже, на этом платке пятна крови. И куда только же... О, дорогой, тебе давно на помойку пора. Доковыляешь на трех ногах-то. Вот это древность. Как и не развалился-то еще. Эй, нет. Фонарик я здесь оставлять не собираюсь. Вот это динозавр! Даже я с трудом припоминаю те дни, когда на кухнях ставили таких монстров. О, это не сугроб, а просто кусок льда какой-то. Муми. Боже, кажется, я догадываюсь, что написано на этом ведре. Но необходимо убедиться точно. Сейчас я его вытяну. Ой, ручка оторвалась. Нужно найти способ оторвать ведро. Похоже, окно разбили уже давно, а никому и дела нет. Странно, что еще кран на месте. Видимо, снять не смогли. Не похоже, чтобы он работал. Странно, что еще... Похоже, кто-то сдал батарею в металлолом. Странно, что плиту не прихватили. Слава богу, тут затапливать некого. Похоже, это то самое злополучное ведро, с которым 10 лет назад Настя вышла из дома и не вернулась.
это что за чудовище? Страшные, но симпатичные. Не стоит его трогать. Тут могут быть отпечатки пальцев телефонного террориста. Ага, вот теперь у меня есть отпечатки пальцев телефонного террориста. Эннет. Эй, есть там кто живой? Тебе кого? Мне нужен Богдан Ламейко. Вы его не знаете? Богдана? Знал его. Хороший мужик был. Пропал. 10 уж. Вот как оно бывает. Вышел утром из дому и не пришел больше. А что он был за человек? Отличный мужик был, не жлоб. Займы всегда давал. Да и водили сюда деньжата. Он на мусорке ездил, всегда заначку имел. Работа водителем мусоровоза считается хорошей службой? Вот сразу видно бабу. Ничего не понимаешь, там и оклад хороший, и возможности. На свалке знаешь, что делают? Нет. Вот ты хорошо. Это тебя не сейчас. Тогда мусорка какая была? Просто грузовик бортовой. Вываливаешь бачки в кузов, накрываешь этим брезентом и роли по другому адресу. Набрал полный борт и на свалку. Тяжелая работа. Зато выгодная. Богдаш здорово прибарахлился, когда на помойку ездить начал. То рулон линолеума припрет, то посуда надыбает, остальное не вспомню. У него в машине ящик деревянный стоял. Богдан туда интересные вещи складывал. Очень хозяйственный был. Ничего у него не пропадало. Я вот что еще спросить хотела. Давай спрашивай, а я отвечу. Я сегодня добрый. А кто сейчас в его квартире живет? Да никто. Мамка его куда-то то ли в деревню, то ли в дом престарелых перебралась. Бомжи всякие селились, да, я их выгнал. Пьянь они, дом еще спалят. Бывает, правда, девка какая-то заходит, нормальная. Не шумит, никого не водит. Может, и родственница какая Богдашкина. Не знаю, не спрашивал. А вот с этого места поподробнее. А ты что интересуешься? Не из ментовки случаем? А что, похоже? Было бы похоже... Я б тебя на порог не пустил. Я частный детектив. Веду расследование. Вон-на как. А девка-то что, маньяк-убийца? Возможно. Это она? Похоже. Но не она, точно. С деньгами расстаться я всегда успею. Раскидываться ими стоит только в крайних случаях. Слушай, мне нужна твоя помощь. У тебя телефон есть? Есть. Богдан еще в свое время к себе провел, а я потом к той линии запараллелился. Ему теперь телефон без надобности. Выходит, ты даже телефон той квартиры прослушать можешь. Как только она появится, сразу звони мне. Делать мне нечего, как за чужой квартирой следить. Мне деньги зарабатывать надо. Семью кормить. Это компенсация твоих расходов. Посиди несколько дней дома и посмотри за квартирой Богдана. Договорились? Привет еще раз. Слушай, Саш, мне нужна твоя помощь. Что-нибудь случилось?
Мне нужно дело об убийстве Богдана Ламейка из вашего архива. Даша, опять лезешь не в свое дело. Этим должна заниматься милиция, и надо заметить, она уже занимается. У меня есть интересующие тебя бумаги, причем даже здесь, в моем сейфе. Но я их тебе не покажу для твоего же блага. Чего доброго, опять вляпаешься во что-нибудь, а мне тебя выручай. Ничего, и без твоей помощи обойдусь. Даша, ты опять лезешь не в свое дело. Этим должна заниматься милиция, и надо заметить, она уже занимается. Саш, я вот еще что попросить хотела. Ну чего тебе еще? Мне нужна вся информация о покойной Зое Килькиной. Даша, опять лезешь не в свое дело. Ладно, уговорил. Брошу все и буду сидеть дома. Ты как хочешь, а я пойду обедать. Тут у Дегтярева спрятан сейф. Какая-то бумажка. Наверняка что-то ценное, раз Дегтярев решил запереть ее в свой сундук с сокровищами. Ну вот, все оказалось просто. Сейчас посмотрим, что тут прячет Дегтярев. Килькина. Посмотрим, что в этой папке окажется полезным для моего расследования. Илюшин. Думаю, здесь я найду все, что меня интересует. Нужно вернуть все на место, иначе Дегтярев меня убьет. Что вы хотите? Я к директору. Вы к Эвелине Лазаревне? Поднимитесь по лестнице, а то не ошибетесь. Здравствуйте. Чем могу помочь? Мне бы хотелось узнать кое-что. А вы, собственно, кто? Меня зовут Дарья Фонарева. Я хочу пожертвовать 10 тысяч евро в фонд вашего интерната. А почему вы выбрали именно наш интернат? Недавно мне стало известно, что у вас работали мои дальние родственницы. Зоя и Елизавета Фонарёвы. В замужестве, соответственно, Ламейко и Килькина. Ваши родственницы? Знаете, мой отец-эмигрант,
Он оказался во Франции после Второй мировой. Мы практически ничего не знали о судьбе наших родственников в Советской России, поэтому я посвятила жизнь изучению истории нашей семьи. Да, понимаю. Но Зоя и Лиза уже давно не работают. Не знаю, даже живы ли они. Ах, как жаль. Но хотя бы расскажите о них. Я так мечтаю восстановить историю своей семьи. Боюсь вас разочаровать, но я почти не знала их. Если хотите, порасспросите медсестру Галю. Она у нас давно работает и была знакома с вашими родственницами. С удовольствием. Что вам еще нужно? Эвелина Лазаревна сказала, что мне стоит поговорить с вами. О чем? Вы можете рассказать мне о Зое Килькиной и Елизавете Ломейко? Странно, что вы спрашиваете. Сегодня с утра приходили из милиции, тоже Зоей интересовались. Пришлось в архив лезть, документы о ней собирать. Кстати, я их еще не сдала, так что можете посмотреть. 16 лет назад, когда я устраивалась в этот интернат, тут была беда. Да по всей стране разруха царила. До психоневрологического интерната никому дела не было. Вы бы посмотрели, что здесь творилось. Электричество отключили, персонал разбежался, батарея разорвало. И я одна, со стариками и детьми-инвалидами. И тут пришел мужчина. Не знаю, о чем они говорили с Эвелиной, но зиму мы встретили уже во всеоружии. В тепле, при свете, с горячей едой. А взамен в маленьком домике рядом с центральным корпусом открылось особое отделение. Там поселили всего одну пациентку, которую никому не показывали. Тот же мужчина приставил к ней медсестру, Елизавету Ломейко. Лиза была хорошей сиделкой, очень положительной, прям монашкой. Глаза в пол, на голове платок, слова из нее не выдавить. Несколько лет она безотрывно бдела за Ларисой. Брала лишь один выходной в месяц и уезжала в Москву. Тогда в домике сидел кто-нибудь из местных сестер. Но Лиза перед отъездом непременно делала подопечный укол, и пациентка спала сутки напролет. Потом, лет 10 назад, к Лизе приехала сестра, Зоя Килькина. Персонала очень не хватало, а тут вдова военного с ребенком, не избалованная жизнью, имеет высшее медицинское образование, но согласна быть медсестрой. И Эвелина взяла Килькину на работу. Зоя была очень закрытой. Когда к нам приехали из милиции и сказали, что она покончила с собой, я поняла, что не знаю о ней ничего, кроме анкеты. Потом вдруг у Елизаветы умер сын, и она уволилась. По настоянию таинственного благодетеля ее место в особом заняла Зоя. Ей приходилось нелегко. У нее дочка малость не в себе. Собственной тени боялась. Легко начинала плакать и решительно отказывалась оставаться одна. Чуть разволнуется, сразу кровь носом хлещет. Зоя говорила, это осложнение после болезни. Девочка-то сразу по приезду в больницу попала. Аппендицит и воспаление легких подряд. Ужас! В общем, Килькина дочку постоянно с собой на работу брала. И правильно, у Насти тут подруга появилась, Карина Авдеева. Карине не повезло с самого рождения. Отца она не имела даже по документам, а мать спилась. Бабушка воспитывала внучку одна. Однажды соседи пожаловались на странный запах из квартиры Авдеевых. Милиция вскрыла квартиру и обнаружила в ней мертвую бабушку и Карину в глубоком обмороке. Несчастная крошка провела около трупа почти двое суток. Ребенка отправили в больницу. А оттуда Карина переехала в психоневрологический интернат. С умственным развитием у девочки был полный порядок, но у нее отнялись ноги. Истерический паралич. В этой паре Карина оказалась лидером, а здоровая физически Настя – ведомой. Дети были невероятно похожи, а когда сделали одинаковые прически, и вовсе стали смахивать на близнецов. Вот только характеры разные. Карина напоминала боевого слона, упорно идущего к цели, а Настя – пугливого ленивца. Крикни на него, и он свалится с дерева. Шли годы, а девочки дружили все крепче и крепче. Эта дружба вытащила Кару из инвалидного кресла, она начала ходить. В конце концов,
Года два назад Карина попросту подарила Насте свою квартиру. Зоя оформила на девочку опекунство, и они переехали жить в Москву. Вот и вся история. А вы не знаете, где сейчас живет Елизавета Ламейко? Нет. Мы с ней не больно-то общались, а после смерти сына она и вовсе перебралась куда-то в деревню. А кто был тот неизвестный мужчина, помогавший интернату? Этого, наверное, даже Эвелина не знает. Раз в год он заезжает к нам, но не чаще. Спасибо, вы мне очень помогли. Котик, ты, наверное, голодный. Стой! Фу, Мухтар, фу! Ко мне! Этот кот уже достал. Такое ощущение, что ему нравится собак дразнить. Скорая психиатрическая помощь. Извините, вам туда нельзя. Поговорили с Галей? О, это очень помогло. И каково будет ваше решение? Решение не зависит от результата моих поисков. Я готова пожертвовать деньги в любом случае. Отлично, я подготовлю соответствующие документы, чтобы все было законно. Отлично! Теперь замки мне не страшны. Я предупредила бухгалтерию, к завтрашнему дню будут готовы все необходимые документы, так что милости просим. Мы так вам благодарны за вашу помощь. Хорошо, я заеду завтра. До свидания. Тут еще один претендент на анализ. Где ты их только берешь? Ты действительно хочешь это знать? Я так и думала. Сделай, пожалуйста, сравнительный анализ с остальными образцами. Дарья Ивановна, тут из ветеринарной клиники звонили, говорят, собаку на осмотр надо доставить. Странно. Которую из собак сказали? Я так поняла, что Банди. Он же вчера мою маску для лица съел. Наверное, Маруся рассказала доктору, а тот обследование назначил. Так ты и Марусе нажаловаться успел. Ладно, бандит, поехали к доктору. Толстое, шкодливое животное. Придумываешь новые пакости? Эй,
Эй, уберите собаку! Немедленно уберите собаку! Она у вас без намордника! Но у меня нет намордника. Тогда привяжите его на улице и ходите сколько хотите. Не бойся, малыш. Сейчас я найду Марусю, она даст нам намордник или через служебный вход проведет. Всегда завидовала людям, умеющим разводить. Это место для ожидающих. Здесь обычно сидит кто-нибудь из сотрудников клиники. Мама, ты что тут делаешь? Привезла Банди на обследование. Сегодня же неприемный день. Что-нибудь случилось? А разве ты не звонила Ире, чтобы я приехала? Нет, с чего вдруг? Ира сказала, что ей позвонили и сказали, чтобы я срочно привезла Банди на обследование. Она решила, что это связано со съеденной накануне маской. Не может быть! Я никому не звонила, а доктор с бригадой сегодня с утра на выезде. Объезжают амбулаторных больных. Ничего не понимаю. Похоже, опять Ира что-то напутала. А где Банди-то? Остался на улице. Там у вас какая-то сумасшедшая старуха в фойе. Сходи-ка за ним, а я пока Гаспаряну позвоню. Может, это он все-таки звонил? Извините, а вы не... Разве мы знакомы? Нет, я обозналась, простите. Что с тобой? Ты меня не узнаешь? А-а-а! Банди, ты что? Это же я! Банди, прекрати! Мама, что случилось? Ты выглядишь, как будто встретила свою бывшую свекровь. Банди взбесился. Он чуть не разорвал меня на части. Как взбесился? Не может быть! Я не шучу! Он чуть не разорвал меня на куски! Ну что же делать? Наша экстренная бригада на выезде. Врачи тоже. Нужно как-то поймать его, пока никто не пострадал. Тут есть сеть или хлороформ? Нет, но у доктора в кабинете есть пневматический пистолет с усыпляющими дротиками. Марусь, а ключи-то от кабинета есть? Обычно он оставляет их на вахте у регистратора. Но на вахте никого нет. Наверное, Маринка, как всегда, покурить вышла. Отлично. Я за пистолетом, а ты звони Гаспаряну. Пусть все бросает и возвращается в клинику. Ну что вам опять от меня надо? Марина, это вы? Я, а что? Ключ от кабинета Гаспаряна. Он ведь у вас. А с какой стати должна вам его давать? Вы кто? Вы знакомы с Марусей? Васильевой? Конечно, а что? Я Даша Васильева, мать Маруси. Она просила меня принести ей ключ от кабинета доктора. А ей-то он зачем? По улице перед клиникой бегает бешеная собака. Чтобы усмирить ее, Марусе нужен пневматический инъектор. Еще вопросы? Что за день-то сегодня такой? Возьмите ваш ключ, только оставьте меня в покое. За ширмой расположена стерильная половина. Там доктор берет анализы, делает перевязки и несложные операции. На этом столике доктор производит первичный осмотр. Мариночка, дорогуша, очень прошу, озаботьтесь продлить подписку на ветеринарный альманах. Все-таки Новый год уже на носу. Такими темпами я могу остаться без январского выпуска. П.С. И еще, если вам попадется на глаза красная пластиковая карточка, положите ее ко мне на стол. Это электронный ключ от оружейного шкафа. Я его уже второй день не могу найти.
Да уж, Гаспарян без своего альманаха никуда. Здравствуйте, вы мама Маруси? Да, а вас как зовут? Андрей, я тут как бы автоматизатор и системный администратор в одном лице. Если что, обращайтесь. Откуда вы меня знаете? Маруся показывала фотографии. Я могу вам помочь чем-нибудь? Нет, спасибо. Пока ничего не нужно. Это шеф мне оставил, чтобы я с какой-то статьей о новинках электронного оборудования ознакомился. Да все эти новинки уже полгода как в интернете висят. А можно полюбопытствовать? Да, пожалуйста. Шеф там даже нужную страничку карточкой заложил. Так что не ошибетесь. А вот, похоже, и карточка, которая была упомянута в записке. Пневматический пистолет-инъектор. Не заряжен. Дротики со снотворным. Судя по тому, что написано на коробке, банде должно хватить одного попадания. Банди, это для твоего же блага. Банди, малыш, надеюсь, ты меня простишь. Пена на губах поддельная. Это пенка для волос. И вообще нет никаких признаков бешенства. Ну почему он бросался на меня как бешеный, чуть не разорвал? Да и кому могло понадобиться мазать пса пенкой? Не знаю, мам, но бешенство тут ни при чем. Что-то он тяжело дышит. Сними с него ошейник, пожалуйста. Эй, а что это у него на ошейнике? Раньше этого не было. О, откуда это у вас? Сняла со своей собаки. Не подскажешь, что это? Это стимулятор агрессии. Редкая и дорогая вещь. Мой знакомый занимается собачьими боями, и там применяются подобные приборы. И как он работает? Хозяин нажимает кнопку на дистанционном пульте, а стимулятор при помощи электрических разрядов доводит собаку до бешенства. А на каком расстоянии должен находиться хозяин? Не больше 50 метров. Да ему и не надо далеко, ведь хозяева всегда стоят в первом ряду. Вы говорите, редкая и дорогая? Такую вещь в Москве можно купить только в одном магазине. И то только заказав через интернет. Значит, хозяина этой вещи можно найти? Легко. Хотите, вечером после работы я влезу на сайт этого магазина и узнаю, кто купил стимулятор, а потом позвоню вам. Буду тебе очень благодарна. Алло? Слушай, сюда, курица. То, что произошло с твоей собакой, только предупреждение. Будешь и дальше лезть не в свое дело, я займусь твоей доченькой, поняла? Руки коротки.
А бабулька-то ряженая. К чему только был весь этот маскарад. Даша, извини, но я сейчас очень занят. Зайди попозже, а еще лучше завтра. И, кстати, не смей подслушивать под дверью. Не смей подслушивать под дверью. Можно подумать, я когда-нибудь это делала. Есть куда более комфортные способы узнать, о чем говорят у полковника. Спасибо, что пришли, Яков Михайлович. Сам бы даже не знаю, когда до вас добрался. Ничего, я-то на пенсии. Мне все одно делать нечего. Так о чем я говорил? Вы говорили о Ламейко. Точно. Я тогда как раз участковым работал, так помню. Этот Богдашка жуткий сорванец был. Отец его когда еще помер, а мать работала сутками. Так что мальчишка рос, как говорится, сорняком. У него, кажется, судимость была? Была условная. Он кататься любил. Угонит машину, покатается и бросит где-нибудь во дворе. Так бы и покатилось одно за другим, но Бог дал. Залез Богдашка к Мишке Медведеву в машину. Кому? К Медведеву. Он сейчас высоко взлетел, в депутаты целит. Бандит, конечно, куда же ему, как не в депутаты. Но Богдану повезло. Мишка его пожалел, на работу устроил мусор развозить. Хороша работенка. В то время на иных заводах зарплату гайками выдавали. А мусорщики всегда при деньгах ходили, особенно кто с предприятий отходы вывозил. Так что повезло парню. И? И Богдан это понимал. Как пес Медведеву служил. Всю черную работу делал, небось, и в бизнесе Мишкиным замешан был. А еще, говорят, к Таньке Мишкиной неровно дышал. Я так и думал, что он кончит плохо. А как вы думаете, кто его убил? Почем мне знать? Дело-то не я вел. Так что помощи от меня немного. И на том спасибо, Яков Михайлович. Пойдемте, я вас провожу. В холодильнике, как всегда, бардак, но все-таки стоит взять с собой пару бутербродов. Вдруг не удастся ничего перехватить в городе. Кис-кис-кис. Котик, ты где? Я тебе колбаски принесла. Стой, Пухтар! Ко мне кобель недорезанный. Сейчас узнаем, что скрывается в этой избушке.
Какой-то ящик для медикаментов. Мне они пока, слава богу, не требуются. Фонарик стоит использовать в нужном месте и в нужное время. Ничего не видно, хоть глаз кали. Нет, здесь без фонаря явно делать нечего. Я так и знала. Это Лариса Медведева. Нужно сфотографировать ее на мобильный телефон. Это послужит неопровержимым доказательством ее насильственного удержания здесь. Надеюсь, мне удастся установить всех причастных к этому лиц. Кто-то идет. Пожалуй, мне лучше спрятаться. Все-таки я не понимаю причин вашей тревоги. Ей никогда не узнать правды. Вы ее не знаете. Эта баба та еще пройдоха. Все равно тут везде охрана, а за Ларисой я слежу особо. А нельзя увеличить дозу лекарств? Не дай бог, она проснется и языком чесать начнет. Что вы? Мы и так даем ей двойную норму. Дальнейшее повышение дозы убьет ее. А ни вы, ни я не заинтересованы в смерти Лары. Иногда мне кажется, что это было бы к лучшему. И тогда вы лишитесь содержания, которое ваш зять платит вам за молчание. Вам, между прочим, тоже немало перепадает. Вот и давайте оставим все как есть. А сыщицу вашу предоставьте мне. Сунется еще раз, отправится прямиком сюда. В палате места для двоих вполне хватит. Ладно, пойду я. Василий вас проводит. Только лекарства убрать в шкафчик не забудьте. Таблетки редкие, если пропадут, достать их будет непросто. Нужно положить карту обратно. Я переписала все, что мне интересно. Господи! А вот и тот самый пузырек со свежими отпечатками. Машина не из дешевых. Интересно, что за богач ночью по психушкам катается? Клянусь, я никому ничего не говорила. Откуда же она вообще узнала об этом месте? Я не знаю. Значит, она не спрашивала о Ларисе?
Нет-нет-нет, она только Килькиной интересовалась. Ладно, но в следующий раз, если кто-то будет интересоваться, сразу звоните мне. Черт! Ага, а еще давайте охрану позовем, чтобы уж совсем спалиться. Красивый фонтан. Так, что тут у нас? Знакомая вещица. Ну и семейка. У всех рыльца в пушку. Привет, Дашута. У меня для тебя две новости. Хорошая и очень хорошая. Давай сначала хорошую. Кровь той девушки не имеет ничего общего ни с кровью Михаила, ни с кровью со осколка, что ты мне приносила. Эта девочка абсолютно чужая в семье Медведевых. Это можно доказать даже без генетических исследований. Отлично. Теперь у меня есть неопровержимые доказательства, что она самозванка. Что там дальше? Кровь с платка, который ты мне приносила, однозначно принадлежит женщине, к тому же родственнице той девушки, которая приходила ко мне с Медведевым. Это раз. Во-вторых, эта кровь по некоторым признакам совпадает с кровью со осколка, что может означать кровное родство. Значит, некто родственник Елены Сергеевны из самозванки. Неожиданный поворот. Еще что-нибудь есть? На сегодня все. Спасибо, Федя. Ты даже не представляешь, как ты мне помог.